Всем привет, с вами Дмитрий, и сегодня хочу рассказать о новых технологиях в Рязани. В Рязани открылся сервис велопроката, который называется Lucky Bike. Представляет собой несколько велопарковок, вот примерно вот такого вида, разбросанных по центральной части города. Это вдоль Первомайского проспекта, а основная их часть сосредоточена на улице Почтовой. Несколько точек на площади Ленина, несколько точек и в парке на Соборной площади. Что из себя представляет Lucky Bike? Основа – это приложение. Приложение скачивается либо в Google Play, либо в App Store. Нужно зарегистрироваться, ввести фамилию, имя, номер телефона, на который придет код, адрес электронной почты и привязать карту. Для чего это надо? При регистрации вас попросят внести депозит. Депозит смешной, 100 рублей. Этот депозит можно будет в любой момент вернуть. Затем есть несколько тарифных планов. Это сутки, месяц и сезон. Сутки 150 рублей. Платишь 150 рублей, арендуешь велик. Аренда велика осуществляется через вот такой вот QR-код. Арендуешь велик, и в течение суток ты можешь этот велик арендовать сколько угодно раз. Не обязательно конкретный велик, а все в принципе. Какая фишка у этого проката? Бесплатно только полчаса. Далее каждые полчаса снимается 30 рублей. Поэтому в связи с тем еще, что Рязань город маленький, есть такой своеобразный лайфхак. До любой велопарковки можно добраться за полчаса. Соответственно, доезжаем до велопарковки, платим, ставим велик на прикол и дальше, собственно, через 10 минут мы можем брать еще раз. Можно этот, можно другой. Чтобы велик не утащили, чтобы на нем просто так не уехать, на нем есть вот такой замок. Он физически просовывает штырь между колесом и, собственно, между колесом, и колесо не прокрутится. Вот запертый велосипед, собственно, вот эта штуковина. Колесо не крутится, велик не достанешь. А в велосипеде установлен GPS-трекер, судя по всему, в замке, потому что как только я отсканировал QR-код, оплатил, замок открылся сам. Для того, чтобы аренду велика завершить, вручную нужно замок закрыть. Значит, что из себя представляет велик? Колеса 24 или 26. Обычный прогулочный байк. Посадка прямая, никакого спорта, ничего. Никакой амортизации. Резина шоссейная. Вот такие узкие покрышечки. Вот. Тормоза у него барабанные. На тросиках барабанная механика. Вот, собственно, механизм. Тянем, нажимаем рычаг, барабан зажимается. То же самое с задним тормозом. Никаких скоростей нету, он простой, как 5 копеек. Значит, что хочется сказать по поводу этих великов. Тормоза у них хреновые. Я пытался оттормозиться по сравнению с вибрейками и тем более с дисковой механикой вообще ни о чем. Есть звонок, вот такой, то есть я сначала подумал, что здесь переключение скоростей, нифига, это звонок. Довольно громкий, механический. Это задний тормоз, это передний тормоз. Ну, собственно, арендная плата у меня сейчас идет, то есть я взял вот этот конкретно, вот этот велик, я взял его. И поедем дальше кататься.